вспомнилась история одна, очень коротко рассказываю, история длинная, про Турцию, все, значит, встречался как-то со своими знакомыми, они говорят, вот сейчас, через полчаса приедет старец Василий отсидел в Турции 2 месяца в тюрьме. Я там начинаю уже заранее уважать этого человека, там за веру, да, там он сидел, наверное, что-то в тюрьме, кто старец Василий, изможденный постами человек, там такой, в клубуке. Приезжает 28 человек, бывший прапорщик ВДВ, еще очень недавно бывший прапорщик ВДВ, 1,60 м, 1,60 м такой, ну, комок мышц, старец Василий такой. Я так смотрю на него и сидит, он садится. Официант говорит, дочь моя, 300 граммов, для начала. И он так и был прав, для начала, он еще 300 съел. Наливает, выпивает, я говорю, старец Василий, я говорю, а вот турецкая тюрьма, да. Он говорит, да твою мать, и вот твою мать, мы твою мать с пацанами твою мать, и в Стамбуле твою мать, и 9 мая твою мать, ну мы в баре твою мать, за победу твою мать, а тут немцы твою мать, и они твою мать, и они как тащат твою мать, мотать твою мать. Я так уменьшаюсь в размерах, значит, ну, грязь и все. И твою мать, полиция твою мать, я ему как кокарду ногой, как твою мать, а кто ж на что твою мать, поймешь, что нельзя твою мать, ногой твою мать. Ну, 2 месяца дает, твою мать, твою мать. Я из-под стола кровку уже говорю, старец Василий, а что вы материтесь-то, как ломовой извозчик, хотя, конечно, он не знает, что это был ломовой извозчик, ну, как БТР там, на холостых оборотах. Ответ был гениальный, старец Василий так трехсоточку так на меня так посмотрел потом. Сын мой, так я-то отмолю. Вот нарочно не придумал. А, сказал, я отмолю. И беседа твою мать, твою мать продолжится, твою мать. Так что вот поход в Турцию, твою мать.